Сейчас Алма-Ата – 24-й город Советского Союза по населению. 910 тысяч человек. Кроме казахов, здесь живут русские, украинцы, уйгуры, татары, представители среднеазиатских республик. Пятьдесят лет назад в Алма-Ате не было ни одного промышленного предприятия. Сегодня в 80 странах мира хорошо знают продукцию казахстанских машиностроителей. You just seen clouds in action.